последний босс опять. Я дошел до последнего босса. Опять маскировка помогла мне. Очередное доказательство того, что маскировка это способность, которую нужно обязательно брать. Победа или смерть. Ой, а вот это надо скинуть. Так. Сейчас я призову сразу этого еще. Да. Видите, я уже тут в бою. Но он сильный, конечно, я реально. Насыщаю. О, уничтожил эту карту хорошую. Видите, он реально очень сильный. Цель отмечена, Кристоф! Он, то есть у него, видать, все на магии и на уничтожении моих карт. Кого бы я ни призвал, всех будет уничтожать. Потом еще и мои карты вместе с тем. Только не яростня. Яростня не уничтожай. Яростней бы только он бы призвать ярость нереально сейчас. А где его возьмешь, этого яростня, да? Положись на пирата. А, вот тебе, салага. Пока я выживаю. А, ярости где? А, он жжет твои карты все. О, это вечный конь. Конь погибели. Черт возьми. И он его еще, наверное, может как-нибудь набафать как следует. Оружия у меня нету. Видите, конь погибели. Это то же самое существо, что и магмовый яростень мой, только он... Только у него не 5-1, а 1-1, но он его может сейчас как-нибудь набафать. Я лоханусь на следующем ходу. Конь погибели. То есть убивать его сейчас не имеет никакого смысла, он все равно возродится заново. Правда, вот если он его набафает как следует, после этого его убить, вот тогда он, наверное, возродится 1-1. Ух ты, ёп. Конь погибели! О-о-о. Вот карта пришла нормальная в какой-то веке. Так, вот этот Ворген с неистовством, это очень сильно. Это не сухопутная крыса, это пожиратель Азарий. Еще. О, нет! Яростин, где он? Яростин. А, черт! Блять, сукин сын. Но я выжил, смотрите. Я же выжил, да? Да. И у меня еще этот выжил с неистовством ветра, смотрите. Бах! Бах! То есть это ключ к победе над пожирателем Азарии. Нужно убивать его быстро, иначе он же сам меня убьет сейчас. Я уже вообще нахожусь в сантиметре от гибели. Хотя, конечно, не... Ну да, он каждый ход он всех убивает. Наверное, на следующем ходу он всех их убьет. Они же такие слабые. Вот это будет плохо. Потому что одной единицы урона кому? Некому. Я не люблю его. Сдохни, салага. Сухопутная крыса. Сухопутная. Вот тебя крыса. Пожиратель Азарий, где твои жизни? Но нет, у меня тоже мало жизней. Магмовый я, рывок сгорел. Плохо. Неужели он проиграл? Нет! Он просрал! Ха-ха! Пожиратель Азарий, ты просрал мне! Какой позор! Ха-ха! Наконец-то я победил! Смотрите сами! Пожиратель Азарий! И сейчас я сыграю потасовку и просру. Вот будет смешно. Все, пожиратель Азарий, прощай. Я так и не дождался магнового яростня, но ты проиграл без этого. Я победил. И что за награда меня ждет? Все убиты нахрен. Вы прошли подземелье. С блестяхами кобальдов. Какие-то еще блестяхи я получу.
Нет, ничего не получил. Ура!